программу дальше это дело изготавливают, вычислить показания, что мы делаем. Это в МАТИ. Самое главное, это его цель. То есть, если вы МАТИ уже успели, грубо говоря, две штуки банки, три штуки банки, самые стрёмные, да? То реально, когда в лифте, вот, три раза дешевле. Правильно? Да. Купите его здесь и катать уже там, да? Только нужно уровень более. Я об этом говорю, я не знаю. Потому что им кажется, что мы ура, ты нам компьютер даришь, ты на ролике, я не продаю их нам. Определенный момент, вы определитесь, кто будет петь. Вот кто-то из вас, да,
свои таланты. Договорились? И еще у вас за столиками лежит бумага с распечаткой всех наших конкурсантов. Последняя графа – баллы. Это для того, вот, например, сидеть за столиком 6 человек. И кому-то понравилась одна участница, кому-то и другой участник. И вы, соответственно, ставите 3, 2, 1. Хорошо? Договорились? Это для того, чтобы мы определили с вами приз зрительских симпатий. А сейчас, уважаемые гости, мне хочется пригласить участника. Он очень волнуется, поэтому вы пока подогрейте его бурными аплодисментами. Я прошу вас. Романтическое настроение у него вызывают письма, адресованные его любимой. Каждый раз, отправляясь на почту, он с надеждой ожидает ответа. Ах, Вологда, Вологда. Итак, встречайте первого участника, Базанов Александр с песней «Вологда». Уважаемые гости, я хочу вас попросить, если вы слышите знакомые ритмы, ведь это программа «Пойте вместе с нами» и «Пойте с нашими участниками», потому что здесь будут звучать не только новые ритмы, но и ритмы вашей юности, детства, молодости. Итак, я представляю вам следующую участницу. О, женщина, в тебе вся жизнь, с ее прелестью, безумством. Все перемешалось тебе в один миг. Все сокровища, какие только есть на свете, тебя любят, тобой восхищаются. И, любя, выполняют все твои капризы. И даже природа с ее капризным настроением, пусть она
иногда посылая на землю то снег, как сегодня, то дождь, а иногда это теплые солнечные деньки. Она тоже хочет угодить именно тебе, потому что ты этого хочешь. Итак, встречайте очаровательную Ашимову Фаину. У природы нет плохой погоды. Встречаем! Я поздравляю вас всех с праздником, желаю счастья и любви.
но не от того, что за окном идет мокрый снег, а потому что ее любимый, странствуя по свету, давно не присылал ясточки с почтовым голубем. Итак, встречайте печальную, но красивую Марукову Наталью с песней «Странник мой». Yeah.
Благодарим пару, которая вышла поддержать нашу милую Склинскую Светлану. Итак, после того, как спели 5 участников, конкурсантов нашей программы, я предлагаю поухаживать за очаровательными дамами. Мужчины, наливайте горячительные напитки, ухаживайте и не давайте скучать вашим милым барышням. И сейчас мне хотелось бы немножко углубиться в рекламный процесс. Итак, сегодня в нашу программу «Караоке 98» будете вместе с нами. Наши друзья обеспечили нас чудо-техникой. Эту технику нам любезно предоставила фирма «Азиадос Лимитед». Вы можете воспользоваться услугами этой фирмы в любое удобное для вас время. Девиз фирмы «Азиадос Лимитед» – надежность и качество. Не упустите свой шанс купить совершеннейшую новую технику мирового уровня. Вы не пожалеете. Залог успеха – фирма «Азиадос Лимитед». Ваши аплодисменты. Итак, это были наши друзья. Я сказала ласковые слова, потому что действительно без их помощи наш праздник просто не состоялся. А сейчас я хочу обратиться к вам, уважаемые гости. Дело в том, что в начале нашей программы я обратила ваше внимание, что на некоторых столиках есть небольшие бумаги с надписью «Песен». За вашим столом замечательно. Вы определились? Как не готовы? Не готовы? Вдвоем? Можно вдвоем, конечно, дуэтом тоже. Хорошо, тогда я сюда приглашу. Что после того, как наша программа состоится, выйдут в кассеты с нашей программой, с участниками. Итак, я продолжаю нашу программу. Только посмотрев в глаза этой женщине, можно почувствовать, сколько там любви и тепла. Но поведает она нам сегодня совсем не веселую историю о своей любви. Итак, встречайте Мурмалеву Наталью Иннокентьевну на Муромской дорожке. Ой, встречайте, уважаемые гости! Прощался со мной милый, давно.
немножечко чудо-техника у нас тоже закапризничала. Я думаю, мы поддержим аплодисментами Мовалеву Наталью Игоревну. Ничего страшного. Итак, я приглашаю вас на сцену очаровательного мужчину. Он интересный мужчина. Его жизненная кредо никогда не говорит никогда. И кто знает, окажись он на необитаемом острове, вдруг случайно встретив там очаровательную пятницу, не захочет остаться на денек другой и почувствует себя королем жаркого лета. Итак, встречайте, очаровательный Байсалбаев Булат, король оранжевое лето. Встречайте. Аплодисменты этому очаровательному мужчине Булату. А следующей участнице мне хочется сказать. Хрупкие плечи, взгляд полон тайны. Ее жизнь полна любовью к дочери, которая каждый своим жестом, взглядом, кудряшкой напоминает ей о ее детстве, которое так незаметно уходит. Куда уходит детство? Встречайте, Дырда Елена. Встречайте, уважаемые гости.
очаровательной Дырды Елене. Итак, следующая участница. О ней можно сказать, что она роковая. Она любит жизнь в ее ярких проявлениях, может укротить даже неуправляемый автомобиль с риском для жизни. Но в глубине души она мечтает вновь уплыть вдаль по реке с любимым на небольшом деревянном пароме. Встречайте Баймурзинова Мира, паромщик. Встречайте, уважаемые друзья! Они преданы своим чувствам. Вот об одной из такой легенд нам поведает Кирдикаева Валентина. Кирдикаева Валентина нас приглашает с вами прогуляться в лес по затаёжной тропинке, где будет найден замечательный любовный листок-подорожник. Итак, встречайте, Кирдикаева Валентина, подорожник!
так они в предвкушении праздника, да? Что, слабо выйти сюда исполнить? А представьте, как наши конкурсанты волнуются, а? Вы представьте! Итак, сегодня вы находитесь в этом уютном, очаровательном, таинственном зале. Искусство – это мир тайн и сладких грез. В нашем кафе вас ждет и романтический вечер при свечах для двоих, и торжественный ужин, посвященный знаменитому событию бракосочетания, а также деловые обеды и знаменательные даты каждой семьи, рождение ребенка, юбилей. Мы всегда будем рады видеть вас в нашем кафе искусства. Здесь вас встретят, предложат изысканные фирменные блюда, и, наконец, сама атмосфера кафе пусть объемит и покорит вас. Итак, мы ждем вас в нашем кафе искусства. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Но прежде чем я вызову вас сюда, вы знаете, мне подошли и шепнули, что сегодня, помимо того, что у нас собрались гости на праздничное шоу «Караоке», здесь, в этом зале, присутствует стол, очаровательные люди, молодые. Я так понимаю, что у них... Вот они, уважаемые гости, это молодая очаровательная пара. И... от ресторана, от нашего милого кафе искусства, я, наверное, так слишком много сказано, все-таки повара приготовили вам вкусный приз, подарок. Итак, встречайте. Подарком она будет еще слаще. Спасибо. Итак, сейчас сюда, на наш пятачок. Так, уважаемые мужчины. Значит так, вас двое, да? Вы хотите своим дамам посвятить эту песню. Ой, очаровательно. Микрофон у нас один. Значит, мы договоримся, что первый куплет поете вы, а второй поете вы. А припев можно петь вот. Thank you.
все-таки сегодня праздничное мероприятие, и поэтому сейчас вам за ваше твердое такое решение. Это же действительно непросто выйти сюда вот так при людях и спеть. А спели вы замечательно. А мы еще споем с вами, уважаемые мужчины. Итак, от кафе искусства и от нашего музыкальной программы «Караоке 98» наш музыкальный подарок. Итак, аудиокассета с исполнением вашей песни. Вспоминайте очаровательных женщин. Он настоящий мужчина, который, не задумываясь, способен на героический поступок ради любимой девушки. Он рыцарь без страха и упрека, и ни за что не упустит минутки, чтобы не рассказать какую-нибудь интригующую, веселую историю. Итак, встречайте, прекрасный, эмоциональный, страстный мужчина Дмитрий Дмитрий. Встречайте! Вы кого-то поселяли, молодой человек? А девочки, девочки, вон их сколько, слушай, а? Они мне уже все нравятся. Нет, нет, не так надо. Подожди, сейчас. Девочки, только наша дружба может спасти мое разбитое сердце и заблудшую душу, а? А может спеть? Еще когда мужчина любит, он поет. Подожди. Вот, сейчас. Можно, да? Сейчас я вам спою песню про дружбу. Можно, да? Thank you.
Сашка, так загрустила твоя русская Наталья. А следующая участница весьма настойчива в своих убеждениях. Она девушка с характером. Ее жизнь полна приключений, но даже ее сердце дрогнуло, когда любимый человек, устав ее в вечер каприз и душевных терзаний, сказал: «Милая, тебе не кажется, что нам просто можно расстаться?» Итак, встречайте девушку с характером, Чернышову Надежду. Привет, Настя. А это тебе на прощание. Прости за все, о чем я.
Вот она какая любовь-то, и девушка с характером. Это была Чернышова Надежда. Вы не забыли, что у нас за столом? Да, вы заполняете наши анкеты. Молодцы. Сегодня гости у нас просто изумительные. Итак, следующая участница. Не представляет себе жизнь без песен. Она как фея из сказки. В ее руках оживает даже гитара. Влюбленная в жизнь, она напевает своему любимому маленькому сыну о том, что все впереди, о том, что все непременно будет. Итак, встречайте Сакенбаеву Нурбану, а знаешь, все еще будет. Встречайте! Подошел к концу. И сейчас на ваш взгляд выйдет очаровательная, милая девушка. Она последняя участница, поэтому я вас очень прошу, встретьте ее ласково, дружными аплодисментами. Для этой милой девушки музыка является волшебным источником, благодаря которому даже в глубокой осени ее душа поет. И эта нежная мелодия, соприкасаясь с дождем, напоминает тихий осенний джаз. Итак, встречайте милую, очаровательную девушку Борисова Светлана, осенний джаз. Встречайте! Красивые и талантливые лица! Всем шампанского!
Пожалуйте, наполните, пожалуйста, ваши бокалы. И несмотря на то, что сегодня погода капризничает, давайте все-таки выпьем за праздник. Вы помните эти старые времена, когда мы собирались на демонстрацию, шары? Эти замечательные транспаранты, эти красивые краски, наряженные машины, колонны, вы помните? Это золотое время. Давайте выпьем за весну, давайте выпьем за праздник, за нас с вами, людей искренних, настоящих, работающих и любящих. Давайте выпьем за праздник, за весну и за любовь. Ну, где ваши бокалы? Уважаемые гости и дорогие конкурсанты, вот видите, они пошли поздравлять друг друга за то время, когда мы проводили отборочные туры. Все они подружились друг с другом. И я думаю, что наши встречи будут не последними. Что еще хочется отметить? Кафе искусства совместно с фирмой Asia Dos Limited будет продолжать эту добрую традицию, устраиваясь праздники музыкальные, караоке 98-99. Там, глядишь, до 2000-го и дойдем. И из этой программы, помимо того, кто получил замечательные награды, мы пригласим 5-6 участников, которые наиболее понравились нам. Это Зубарев Александр, это Булат, это Ашимова Фаина, и это Баймудинова Дина. Еще раз повторяю, да, обязательно. Мира, все мне хочется ее Диночкой назвать почему-то. Вот. Это еще те участники, которые будут дальше бороться за победу. Мы определяли по вокальным данным, а также за эмоциональную артистичность. Вы согласны со мной? Дружные аплодисменты! Дорогие мои, я думаю, что сегодня состоялся действительно замечательный праздник. И вы все, несмотря на то, что погода капризная, веселы и не унывающие, не так ли? Давайте все искупаем аплодисменты и проводим их. Это были участники программы «Караоке 98». Пойте вместе с нами! Удержаться просто от комплиментов, потому что действительно приятно работать с такими красивыми людьми. Итак, по их мнению, я думаю, что вы со мной тоже согласитесь, сейчас та милая девушка, которая получила первую премию и гран-при нашего конкурса, вызывается сюда для песни «На бис». Итак, Тырда Елена, я прошу вас сюда. Расчувствовали. Ой, вот она идет, красивая, сияющая. Неожиданно. Что вы будете петь? Может, вокалисты что-нибудь сами? Может быть, мы с Александрой Владимировной «Городские цветы»? Ну, можно. Один микрофон. А «Зимние вишни», к сожалению, наверное, не записаны на караоке. Ты мой любимый.
нашего конкурса очаровательная, талантливая девушка Дырда Елена. Итак, дорогие друзья, наша конкурсная программа, к сожалению, закончилась. Я прощаюсь с вами, но надолго, потому что я думаю, что весна разбушуется, войдет в свои владения, и уже летом, в июне, мы с вами встретимся на очередной программе.